Сейчас у нас на обзоре духовка, данная духовка многофункциональная от торговой марки Bosch. Данная духовка приехала в официальный сервисный центр Deutsche Mechanica для ремонта и восстановления. Сейчас мастер Евгений расскажет, какие проводились с ней работы, что делалось и какие результаты. Духовка пришла с ошибкой 6200, что говорит о неисправности вентилятора конвекции. После того, как сняли и разобрали вентилятор, мы видели, что магнит ротора отклеился от ротора. Отклеился от ротора и втер по статору. Здесь можно увидеть следы. Сейчас сфокусируемся. Одну секунду, я скажу, когда будет фокус. Фокус есть, но я не уверен, что... Я так их вижу, но я не уверен, сейчас, может быть, света добавим, что их видно. Подождите одну секундочку. Вот, может быть, так вот, наверное, плохо, но, в общем, есть там выработка такие, следы есть. Есть. Вот все, что я могу на данной технике. После того, как клей застынет, будем проверять, да? Будем проверять. Ну, вот в данной электрической духовке была вот такая проблема. Ждите следующий обзор про духовку Siemens. Мастер официального сервисного центра Deutsche Mechanica точно так же расскажет, что за история ремонта с данной духовкой Siemens.